смотреть это в записи, тем, кто сейчас может быть еще на канале. Вот с нами Ласуми Комментада. Серьезно. Да, ребята пока не начали матч, вот уже скоро, все на сервере. С нами также помимо Ласи еще Нес. Будем комментировать то, что происходит. Режим, конечно, сложный для того, чтобы его освещать грамотно, показывать. Но буду в основном переключаться. Ласуня справится. Ласуня справится. Буду переключаться между там топовыми игроками в первую очередь. Такими там, как Кофе, Имитатор. Покажу, как они играют. Ну и на тех, доспехи. На тех, кто будет таскать флаг. Собственно, это самые зрелищные части Стефа, когда чувак бежит с флагом, а надо вся команда. Дождаться, что он появится. А ты забиндил? Да? Спек в ЕГОЛ. Конечно. Я же профессиональный стример. Одним? Конечно, все подписчики просили, чтобы вот я позвал тебя, пригласил на стрим, чтобы... А у тебя они вообще есть? Да, очень. Один человек точно. Сейчас прибавится, еще тебя услышат. Давай, Тисуми, старайся, в общем. Тут Карнаж должен нельзя подписаться. Ты фоточку эту поставь где-то сбоку от стрима. Вместо своей рожи, там, знаешь, как рожу ставят, а ты фоточку поставь. О, а ты скинь ту фотку, которую постил в конфере, точно. А, ты про фотку с языком? Нет, а про фотку с... То, что Карнажа возбудило очень. Угу. Понятно. Так что, Власть, у тебя больше подписоты. У меня нет вообще аккаунта. Ну, они все равно мысленно с тобой. Так, кто-то пропал. Но Майнда нету. Да, сейчас заходит Майнд, у него проблемы с коннектом. И почему нельзя было сказать заранее, что у него проблемы с коннектом? Раздолбай. Давай про это тоже все-таки напишем, потому что очень часто случается какая-то ерунда на матче. Кого-то ждут полчаса, потом оказывается, что кто-то еще там не может играть. Но если вы не знали, что надо, проблемы с коннектом, но можно же было заранее сказать об этом. Ну да, или если он узнал об этом вот в то время, когда матч должен начаться. Блин, он должен был начаться. Ну, сразу можно было сказать, что все, жопа, давайте расходимся. Да. Лучше бы сами пошли поиграли бы. Чемпионат на 7 команд, каждый с каждым, блядь. Это же столько, блин, матчей. 7 на 6. 42, да? Так. О май год. Не. Может, фото со мной занимать? На фотиса замените. Согласен, наверное. А может зайдешь к ним в ТС? Я не могу к ним в ТС зайти. Я не знаю. Напишите в ТС Кофе, он сразу же. Я могу Майнда заменить. Я буду как гусь одним транслоком играть. Польза будет как от Майнда, наверное. Могу я зайти, может, от Ласи. Ты тоже можешь. Кто еще готов? Там прикол еще в том, что Фортис играет сейчас Ассолт. Если вы зайдете на Ассолт, скажете Фортису идти ЦТФ играть. Я боюсь, вы с Ассолтерами не очень в такую конфликтную ситуацию попадете. Немножко. Сейчас проверю, кто там у них на Фортис там есть, он. И...
Да, и мне не скажут, что много народу, всего 4 на 4. Ну, Лася зайдет вместо Фотиса туда. Ну да. Пусть. А потом вернется. Red flag returned. О, на Слевина может быть. Слевин. А если он есть, то, пожалуйста. Давай посмотрим, какие оценки. Ну, 18, но он лучше играет, чем 18. Have fun. Они все ready. Уже ready. Ближайшая замена в Марф. Марф уже играет, ДМ5 играет, Слевин, да, ну, есть Фортис. И то они все ниже, чем Майнд оценены. Так, о чем? Майнд не может играть, поэтому... Матч по ним. Да, начался. Да, он даже идти не может. Да нет, вроде нормально идет. Как идет, он не идет. Даже. Он на шоке. Да нет, с таким коннектом нереально играть. Я не понимаю, чем они занимаются и почему вообще играют. Ребята написали, что после первой карты можно его заменить. Стас, ну ладно, Майн сам не хочет решать, точнее, Майн и Кофе хотят решить вопрос с заменой. Подключимся тогда на Кофе. Топового защитника. Ребят, тоже переключайтесь на Кофе. По его игре посмотрим. Против него втрое атакует команда Нитатора. Самое интересное, что на прошлой карте, когда ребята играли против, по-моему, Эстатимы, команды Нитатора, у них стоял Прикс и ДМ5 в дефе. А на этот раз у них Прикс в атаке, а Хай в дефе стоит. Прикс вот так уходит. Хай хорош дефа. А Кофе все по-старому. Челка, Кофе в дефе. Да, у них чем-то тактика похожа на вообще мою команду. Я тоже встал в деф вместе с последней командой, с Кофестом. Не справляемся в защиту. Слевина мика нету. Кстати, имитатор уже на своей флаге практически. Это все равно лучше, чем такой дикий ПЛ и Динка. Первый флаг. Сорян, пропустил даже. Поставил, получается, имитатор. Да, там он без сопротивления совсем. Red flag dropped. Red flag taken. Ладно, перенести они тоже по двойному согласию могли. Вестник, кстати, уже в аквадроме с вами. Нас вот ты бы тоже наверняка бы не играл матч при таких обстоятельствах, правильно? Нет, конечно. Ну, это бесполезно, конечно. Марф таскает флаг, через центр карты прошел, за ним Кофе учился. Да, я возвращаю Кофе обогнал транслоком. Майн к себе. Майн уже на своем ЛГ. Его не могут убить, похоже. Если сейчас вернут, то он поставит. Кофе близок к тому, чтобы вернуть. Да, делает хэд, возвращает. Пока не. Подберет? Двое, трое уже. Соперников в агроме. Давай, да, один, один. Отлично. Шансы есть, значит, у обеих тим, несмотря на то, что Майн просто выпадает из игры из-за своего коннекта. Тем временем Кофе паровозиком уже до своей лайты добежал. Так, ну а Кофе так, на возврат пошел. Троих игроков. Райская команда, которая уже центр проходит с флагом. И сотку забрали, кстати.
все шансы без металла. Затащить еще флаг. Да, поставили. Динамичная игра. Идет игра как для Арханастера, все-таки карта большая. Дефенсно ориентированная, так сказать. Сложно тут. Много флагов ставить. Ласун, ты кого думаешь фаворитом назначить? Кто из них? Да если честно, вообще ничего абсолютно непонятно. Вот для меня. Потому что когда мы играли против кофе, честно, очень легкие игры почему-то были. Ну, вообще не напряжно. Зашли, фаном отыграли, ушли. При этом выиграли спокойно. А потом, ну и после такого, честно, думала, что кофе немножко слабенько тима. После этого кофе у вас карту отжимает. И команда начал еще выигрывать 2-0. Так что, если честно, вообще непонятно. Не, ну почему у нас выиграли, то понятно. Я не понимаю, почему у нас нет... выиграли. Потому что у нас два кофеста в теме. У вас и не два кофеста в теме. У нас два кофеста в теме. У нас, ну... На кофест, во-первых, играет довольно-таки тоже неплохо. Ну хорошо, у нас два даже хуже, чем Фортис кофест. И Дан, извини, с таким стажем два игрока, хорошо стреляющие. Нет, они не хорошо немножко... стреляют. Ну ладно, я не хочу спорить и что-то говорить. Вот Мейт считает, что это два кофеста и... Ну... Ну реально там... Не авторитетное мнение Мейда. Итсин, точнее имитатор. Чисто эмоционально. Имитатор заходит с вражеским флагом. К себе флагру. Как есть... по мне, это два минус игрока. Просто. Это же у вас есть. Вызываешь. И что? Извини, колп. Вернули. Окей. Парсиец раньше хорошо играл. Сейчас что-то с ним случилось, я не знаю. То есть какие-то проблемы. Бомба там еще чем-то. Кофе зато взял ДД и просто всю атаку. Противоположные тимы. Посмотрим, что делает Пеп. Просто убивает. Да, и подбирает еще. На прикрытие. Очень удачно прикрыл кофе, и я не поставил. Отлично. Да, кофе за счет ДД всех убил. Ну и Пеппер хорошо прикрыл шокой. Сейчас Питер просматривает в защите, помогает посматривать, что происходит у них в лагруме. Зовут 100 вместе с другим атакером, с вестником. Который кого у нас заменяет? У нас? Рейна. Вот, немца, да, Рейна. Вот опять Питер возвращается. Кстати, игрока сборной немца, они... Сейчас, по CTF именно или по Солту, а то я его видел и в Солте еще. Ну, в Ассолте не знаю, но на Нейшн Капе он играл за сборную Германии. Пеппер берет флаг. Его прикрывают двое. Не особо смотрит по сторонам, получает рокет из-за этого. Команда имитатора на совке уже. Ну да, вот у нас Пеппер встречает имитатора. По кофе ДД тяжело играет. Хорош. Уже поставили. Переключился на Марфа и флаг вернули. Смотрим. Да, скорее всего, Саня поставит. Да, переключился на Саню, как раз занес флаг. Саня у нас играет за команду имитатора. Хотя он, собственно, самый капитан, просто имитатор у них все-таки самый такой стиловый. Да, очень, конечно, сложная атака у команды имитатора работает. Заходит всегда втроем, тащит тоже всегда втроем. А, с шелдом перепрыгнул. Это Пеппер был, что ли? Да. Вот это шелджамба от Пеппера. Так, мэн до сих пор торкается в стены. И Пеппер дает, летает как фанера над Парижем. Забрал сотку. Давайте на Пеппера посмотрим. Он сейчас планирует атаку. У него есть аджор. Соткой? Да. Запейли аджор? Да, не сразу
или вообще не видит, где флаг находится. Там внизу валялся. Было надо поднимать и тащить. Включимся в имитатора. У него флаг. Жить с флагом. Поворачивается. Двое его вынесли. Там Пеппер, если честно, фалдачил. Майн с флагом. А, нет, Пеппер, по-моему. Майн пытается взять полтос, взял, не сразу понял, что он его взял, конечно. У Майнда получше уже коннект стал. Двигается он как калека. Зашел к себе на шоку. Себя на лоте. Не могут. Вернули. Майнд. Бежит, посмотрим. Опа, телефайт от Пеппера. Про. Пеппер заходит в атаку. Его убивает. Да, мне очень нравится команда, как атакует команда имитатора. Ну, это Сани команда, но... Атака, мне кажется, там всем заведует имитатор, поэтому... Не могу ее по-другому назвать. Заходят реально втроем. Друг друга очень хорошо прикрывают, подбирают. Имитатор на ЛФП, вышел на центр и его здесь убили. Посмотрим. Посмотрим за имитатором. Он прикрывает своего тиммейта Фрикса. Да, они уже все называют вышли. Есть. А Майн даже дойти не может. Да, и 4-3 уже получается в пользу команды сами имитатора. 5 разлоков кидал, ни один не вылетел. Даже с учетом того, что у Майнда сильные лаги и большой пинг, все равно балансненько идут. Качельки по счету. Да, по и нету ни одного преимущества, ни одной команды. По очкам кофе впереди своей команды. Майнд бежит, его убить не могут. Имитатор помог со зратом и идет в атаку. У него, кстати, приличная джора, он не видит ДД, увидел краем глаза, поднял. Все, теперь может попадать. 2-1 по цене двух. Акция. Все, акция закончилась. Пеппер на сотке. С 4 хп. Да, получается ситуация с Майном, так что Ласуни, оставайся в имитаторской рубке. Да, если честно, мне кажется, то, что мы сидим вон ним здесь, довольно-таки не очень интересно. Мне кажется, вот зайти в тиму, послушать, что они в тиспике, переговариваться намного интереснее было бы. Да, ну... Просто, если честно, я ради фана спекаю Пеппера. Он сейчас остатку и может, и все забавно. А? Можем, нас же трое, можем это интереснее открыть. Да, более насыщенно. Так что делитесь своими наблюдениями. А Майн уже к себе заходит. Вот, да, как раз. Да, и Пеппер подбираю. Настигнул. Так, два флага, кстати, встретились. Вот. Пеппер у себя. Пеппер с флагом, вот, лайку, шоку, вообще как про. На ЛГ бегают, такая рефлекс. А, подняли флаг, Пеппер уже тогда поставить. Возможно, вернули. Вернули свои флаги. Чуть-чуть бы пораньше бы, и Пеппер, я думаю, поставил бы. Вот сейчас Пеппер ждет сотку. Да, взяла команду их. У Майнда пинг 44. Вот, да, можно это. Сейчас, мне кажется, уже тяжеловато будет. Сразу видно, человек двигается, прыгает от стен как надо. Посмотрим немного Майнда. Сейчас он, конечно, последний, на последнем месте своей команде, но он должен отыграть.
Опущено. Так, я не прикрываю своего бекера. Причем. А, вот это возврат. Даже интересно, осталось вот 5 минут до конца. Будет ли команда Сани... Нет, будет ли команда Сани на удержание играть? Уже видно, что потихонечку Прикс в деф подтягивается. Имитатор тоже в деф подтягивается. Тащится тяжелее и тяжелее. Если имитатор даже на фановых парах только и имитатор... делает, что фэлбэчит все время, то в официальной игре... Ну да, на удержание команда играет. Интересно, рискнет ли кофе пойти в атаку или нет? При... Переключились на имитатора. Условие того, что он проигрывает человека, скорее всего, да. За ним поднял Рикс. Сорян, я в чат стал на этот самый, потому что две кнопки еще рядом. Еще не привык нажимать новую команду для себя, Speak Light Goal. Так, ну вот Рикс у себя в квадроне, я подставить, отберут или нет. Ставят? Нет, мать верна. А они все с флаги заходят. Чем с флагом? Вот это хорошее дело. Если они сейчас прикроют. А майн ждет на чужую. По пирамиду флага прыгнул. Всей команды вернули. Да, тут мощно. Да. Так, переключаемся на майнда. Вернули. Смотрим, кто еще у нас с флагом. Никто. Вот. Посмотрим, как дефит тогда Сани. Я думаю, если бы заменили на Хоккес, он бы где-то так, так же бы бегал. Еще яростные комбочки от Сани. Втроем вытаскивает флаг, синяя команда. И красные тоже прошли середину, у себя уже на лоте. Саня бежит на возврат. Кажется, у него сейчас должно что-то получиться. Вот да, он настигает вражеских атакеров, который удерживает флаг. Но попытки недостаточно, продолжает. Бегать на возврат, и остается 3 минуты до конца, можно еще. Кто краскап выиграет, тот поставит, скорее всего. Да, это сейчас ставки высокие, либо красная команда синяя команда сравняет счет, либо красная команда получит большее преимущество. Вернули. Да. И сами поднял флаг, уходит. Все сравняли. Ну что, хорошо. Интрига. 2 минуты до конца, счет равный. И у Майна все теперь в порядке стало. Значит, у нас дефов не будет. Не люблю часто переключать, поэтому пока показываю даже сами. Успешно отбегал, причем ему двое помогают, то есть, в принципе, надежная такая расстановка на защиту. Может, сейчас первая ничья будет на чемпе? Кстати, такой, да. Может случиться, еще не было. А разве не было ничьи? На этом чемпе нет. У нас команда кофе могла быть ничья, если бы там за 5 секунд. А, против нас, скорее всего, мы пистали. Назад 30 секунд. Вестник из моей команды, который играет на замену, он сейчас подходит, ставит. Нет, не ставит. Прям сам последний момент. Смотрим, что делать. Трое. Прям самый последний момент. Флаг забрали. Да, трое из красной команды убили вестника, вернули и все сделали. Тогда он просто промазал. Миллиметр успел. Шилджан в стиле Мальда был.
У нас новый эталон Мальчик очень сержантов. хороший, что Петр же он поделает? припрыгивает флаг просто так. Да бесник тоже тормазал. Он прыгнул и чуть тормазал, походу. Он зашел в атаку, ты предшопил своих нападений. Вася, 40 секунд до конца. Да. Добавь жара в комментариях. Зачем? Может, Петр сейчас затащит за 30 секунд О, до конца? Ну, если я придумал. Если Вася не будет стараться в комментариях, то на следующий матч пароль и не даем Васе пароль. Ну и ладно. Ну ладно, Вася. Придется стримы смотреть. Мне стримы не очень нравится смотреть, потому что мне разбериха какая. Ну ничего себе, у тебя такой не подписчик. Все, пауза. Правильно у нас. Тайбрик называется на английском. Это фигня, я напишу. You got one point. Оба. Лучше вот так Дим. Не успел. Короче, обеим командам по одному очку. Кто сейчас да. выиграет, тот затащил матч. Ладно. Если ничья, то будет третья. Я сейчас немножко надеюсь, что третья не будет. Потому что время позднее. Да, я думаю, что не будет. Короче, на картовом английском так напишу. Разве что вот это... Побеждать Грендель. Это победа в матче. Blue flag taken. Ну, надеюсь, всем понятно. Вообще я на английском правило то описание таких моментов делал. Там же, где и сетка. Не все ребята не в курсе. Прикс, Марк могут, в принципе, не знать этого. Буду моя дашата снова. А, нет. Нес, а ты сделал скриншот? Нет. Ну, ты, Вась, ты можешь делала. Сделать, ты нет, можешь какой? Сделать. В админа нет. Ну, сделай скрин со своего этого. Кстати, я могу сервер демку запустить. Давай проверим. А не надо. Я повысил тикрейт. Еще... Слушай, подожди, у всех еще только... Ой, тикрейт, ты понял. Тикрейт для записи демок. Ну, то есть FPS надо. У всех только, 30, у всех только пинг будет скакать, это. Хотел проверить, как эта демка запустится. Ладно, в другом матче тогда. Да, эпик шел джамп от... Пепера это что-то. Пеппер, конечно, странный игрок. Минуту тащит, минуту кидает. Минуту с имботом играет, минуту как будто в первый раз туда зашел. Похоже, не имба. У Санивита? Нет, я думаю, это все-таки из-за того, что на ПГ играют. Играли бы на СТ. Я думаю, счет вообще в другой был. Пик все-таки очень решает. У Прикса здесь плохой коннект, на коннект очень на ПГ. Пинг 76, мы непривычные к такому пингу игрока довольно-таки очень сильно решает. Мэй тоже играет скидку. Зачем Мэй? И никто не делает скидку. Ну так надо подумать об этой скидке, нет? Ну вот, его пикают первым, он все сливает. Колду говорили подумать, что он, ну, нельзя его оценивать, так же как копии и куся. Я предлагала ему 17 баллов. Да ладно, мейт тоже такая имба, он согласен был на 31 балл из 30. Он был согласен на 17. А потом на 17 он тоже был согласен.
смотрю, как Питер идет в атаку. Яростно. В принципе, это за фак и вернулся. Неплохо так соперник из морали, когда команда заламывается за флагом, втроем, четвером, и сразу же ставит до появления. Вестник уже все в шоке заходит. Я бы поставил на кофе тут. Я тоже думаю, кофе выиграет. Просто это самая слабая карта у Трикса. А учитывая, что он еще и с пингом. Они, кстати, по ходу дела поменялись позициями. Ну, Грендель и Хай в атаке. Трикс в дефе. Ну все, это слив. Просто Трикс не умеет вообще эту карту играть в дефе. Да умеет он все? Нет. Ну вот этот карта играет не его. То есть просто здесь 10-11 флагов проебать за игру, это нормально для него. Нет. Имитатор с флагом уходит. Его нашли, убили, вернули. Кофе пока отжигает, конечно. Имитатор так интересно проходит, кидает шоу-джамп. Появляется в том месте, где зашел джамп, этот транслок летит. Транслок летит. Ага. Сейчас ДДшки, кстати. Тоже с кем идет имитатор, то есть он здесь наработан на маршруте. Прикрывает своего тиммейта. Переключимся на чувака с флагом, это будет Майнд. Ай-яй-яй, имитатор помогает возвращать. Они вернули, кстати. О, имитатор в итоге и вернул. Смотрим атаку Питера. Прикрывается его тиммейта. Убивает. Пытается вернуть. Здесь поставили флаг, а я пропустил. Окей. Синий команда кофе и пицца бегает, это на прошлой карте. Правильно, патроны, по крайней мере. Я бы здесь все-таки Санивита с Санивита держал в дефе с ДМ5. Икса отправил бы в атаку. Я бы наоборот, все бы игры бы, в зависимости от состава бы, усиляла бы хорошо дефа. Лучшие игроки в дефе должны стоять здесь. Поставим. Первый флаг красной команды. Я бы на месте, кстати, бы Сани бы отыграла бы от дефа Сани Прикс. Ну да. У них бы ничего бы не вынесли, мне кажется. Да все бы вынесли. Ничего бы не вынесли. Да бы вынесли. Зря сами в атаку пошли. Трикс не относится к тем дефам. Смотри, тут все-таки немножко по-другому работает. Это ПГ-чем, тимплея никакого нету. Сыгранности у игроков никакой нету. Некоторые люди вообще в атаке не понимают, что делать. И чем сильнее деф, тем лучше для другой команды. Вынести нереально. К тому же Сани и Прикс очень много в дефе часов отыграли. Так что... Жора, он сам не берет флаг, а играет на прикрытие, на самом деле. Он взял флаг, раз уж он в атаке играет. Либо дефе, либо следует на флаг. Это полноценный атак. Там, кстати, сейчас очень было интересно сыграно. Практически поставила вроде бы синяя тима.
Здорово. Кофе промахнулся. Марк. Восстанавливай. Парень, как отставить. Ладно, мне это нужно. Пятером прикрывай. Димайт вернул в итоге. Дэм один на возврате. Им надо сейчас бегом лететь через фагром. Blue flag taken. Red flag dropped. Red flag returned. Red flag taken. Успехом нужно до Пепера. Идет в атаку. Это лучше получается. Чем у красной команды. Уже три флага притащили. Три флага за 7 минут. За 6. А два флага встретились. Да, конечно. Походу Прикс в атаку уже пошел. Синяя команда сильно помогает своим бейкерам. То есть атаки помогают бейкерам. Я сейчас не смотрю, сейчас какая-то куча мала просто. Да? Вообще непонятно, кто где играет. В плане позиции, понятно. А вот когда возврат, то и все будет. Вот. Питер сейчас открыл своего. Вестник. Опять вестник. Имитатор к себе флаги зашел. Мало хп. Отжараться бы надо. Либо флажочек скинуть. На 30 хп очень быстро кофе вернет. Он скинул, по-моему, да? Да, скинул. Падал. У него вообще 8 хп. Red flag taken. В общем, обе команды сейчас удерживают флаги себя по огромному. Кто вернет, скорее поставит. Опять ситуация как на арке, когда было 3-4. Red flag dropped. Blue red flag taken. Red flag taken. Red flag dropped. Red flag returned. Blue flag taken. Blue flag returned. Как видишь, Лася, пока что Прикс идет по чемпионскому графику, как я и сказал. Что за график такой? Я сказал, что Прикс не умеет играть эту карту Дэви вообще. И 10-11 флагов за игру — это норма у него. И очень часто здесь. Ну, тут много. Ну, просто дофига пропускает. Имитатор уходит на вражеский верхний линк, а центр карты летит и его убивает в памяти. Окей. Имитатор зачем помогает в дефе. Сейчас его надо отыгрывать. Наоборот, усилять атаку. Red flag taken. Blue flag taken. Blue flag red flag. 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 Red flag.
Трансвоком. ХП мало, он не выйдет. Да. Прежде чем тащить в одиночку флаг, надо, конечно, пожраться. Ну, имитатор подбирает, у него 3 хп и есть второй флаг для красной команды. Кстати, несмотря на то, что выпадает полиция, но все-таки очков больше всех в команде значительно. Ощущение, что остальные игроки в команде не дорабатывают. Все-таки Грендель такая сбалансированная карта достаточно, и атаки здесь, ну, правила тоже мало. Подобную херню ты можешь у Толина наблюдать, когда его команда до хрена просто пропускает, а он кричит: вот посмотрите на мои очки, хотя все понимают, что... откуда эти очки берутся, что он просто вышел, где-то там стреляется, ну, вместо дефа нормального. Пикают Рикса. Кейпер с флагом. Он уже проходит на свой шок. За ним. Двое дефферов. Что это было? Майн с флагом проверил на центр. А Трикс у себя в дефе стоит вместо возврата. Красавчик. Угу. Вот сейчас пошел в атаку. Ты на возврат. Да, на возврате сразу отгребает от Майна. То есть вместо того, чтобы возвращать свой флаг, он бежал до своего флагрума. С еще несколькими атаками. Это Майн просто наглый имитатор вышел. То есть, если ты с флагом на месте Майна, то надо, конечно, брать аккуратнее, не так, как Майн выбежал и стал стреляться с имитатором. Получил две шоки, но и ГГ. Так вернули. Правда, кто-то другой успел схватить новый флаг. И тем самым Вестник все еще у себя в погруме, не может пока поставить. Ну им, в принципе, особо не надо, они так не предлагали героев. Отличных этот вестник. Рикс отлично сейчас обыграл кросскап, но тяжело на пинге 76. В смысле, какой кросскап он отыграл? Не вернул. Ну, хорошо возвращал. Так он нифига не вернул. Ну, все равно неплохо было. Счет на табло. Сожрать все-таки лучше синий команда получается, потому что уже не первый кросскап. Кстати, и на прошлой карте синяя команда сравняла на кросскэпе. Я лишь говорю, что есть такая печальная вещь, как статистика. А статистика говорит о том, что у Трикса всегда очень много. По скринам посмотрю, и все. То есть я могу найти скринов с десяток точно, где он пропускает до 10 флагов здесь. Это говорит о том, что это... Мы не играем игры, где счет за 10 переваливает. Такое бывает раз в 50 игр. А тебе так кажется, ты ошибаешься. Ну, посмотрю потом. Вернуться, она заметает на лифте. Смотрим, кто с флагом у нас ставит, походу нет. Еще один город, еще возвращаем. Еще один имитатор. Переключимся на имитатора с флагом. Флаги на своих местах. Борьба за соточку. Красная команда уже взяла. Смотреть, что будет имитатор делать в красном месте. И мы уже сбили сотку. Вот, в общем, предлагаю сейчас бегать атаку красной команды. Посмотрим, могут ли они что-то еще поставить за 5 минут. Им надо 4 флага, по идее, притащить, чтобы сравнять счет. Имитатор зашел вперед. Не берет флаг, там ДДшники, не прикрывает. Санкции, как бы, могут быть сначала ДДшника.
Да они просто перестали атаковать, никто в атаку почти не ходит. Ну, в смысле, больше на счете конце, уже к себе на шоку заходит. Да, не хотят сильного разноса, и атака почему-то сильно помогает защитникам. Такое ощущение, что у них уже такая небольшая с морали, они думают о том, как бы не всрать совсем уж с обидным счетом. На самом деле я просто думаю, Кофе сказал, что я один в атаку ходить буду. Он любит всякие штучки разные во время игр устраивать. А разве он один в атаку ходил? Сейчас, да. Уже не особо результаты играют команды Кофе. В принципе, поскольку это игра чемп, они просто фановые, то логично. Стратежно. Хотя нет, Кофе, он дефи стоит. Ой, имитатор собрал броню. У него 250 стек. Заходит с лайты. Хочет сразу взять флаг и, блин, это не дошло, но он заканчивается. Заканчивается. Можно, в принципе. А Пеппер взял чужой ДД и умер. Не очень быстрый имитатор идет, поднимает породится. Прыгает назад. Ну, в принципе, грамотно. Хотя... Еще двое защитников, посмотрим, как он все покажет. Ага, ну, грамотно обошел. Прыгнув на центр. Заходит к себе на лайту. Его один прикрывает, остальные пошли, видимо, на лазер. Вася, перестань спамить, не любишь. Да, имитатор не любит лишнее движение. Кинул трансфорт, постоял немножко, чтобы полетит трансфорт и телепортнулся в нужное место. О, седьмой флаг от команды Кофе. Все, игра как бы сделана. В матче, значит, будет победа причислена команде Кофе. Уже как бы очевидно. Играли бы на СТ абсолютно другого. Ну, чемпионат на ПГ проходит. А при чем здесь СТ? Просто говоря. Вот. Да, точно такой же счет был. Нет. Со злости, так сказать. Смотри на своего тиммейта. Есть ли там? Сверху не прикрывает. Все. Как обычно, косой. Ну, молодец, старается. Blue flag taken. Не ожидал я все-таки такого разноса. Ну а я сказал с самого начала, что будет. Blue flag taken. Кофе уже 15 очков, а это очень много, по моим меркам. При этом все, кроме Кофе, в его команде, минуса по соотношению к ТВ. А Прикс, удивительно, в плюсе, несмотря на свой компинг. Ну, да, Кофе все-таки. Бегает, демо играет. Чтобы отмечал свою игру, стрельба лучше. Все отлично. Санта. И это за нас. Чем бы не отличил? Марф лучше играл. И Прик. Ну, по очкам это, наверное, лучшая игра у него на ренделе из всего, что я видел вообще.
Blue team is the winner.